Так, ну и нафиг, я пошел. Владимир Иванович, все будет хорошо. Стол давай быстрее. Ну что, работать дальше собираемся или нет? Я понимаю, год сложный, тяжелый был, трудились. Но так дела дальше не пойдут. Я вижу, не понимаете вы нифига здесь. Сейчас я посмотрю вот ваше отношение к делу. Смотрите, с кем-то из вас я расстанусь в ближайшее время. Если так будете относиться к делу. Очень важен дух в коллективе. Относитесь к делу, как в семье. Ваша работа, вы не много времени здесь проводите? Давайте берите за ум! Берите, я вам сказал, за ум! Давай, я думаю, чтобы вы дальше не расслаблялись. Мужчины, да, мужчины, с сегодняшнего дня, сейчас вот после совещания сбор сделаете, будете на свежем воздухе. Опа-опа, гимнастику делать! Каждое утро! По пояс раздетыми зарядку делать! Каждое утро! Девчонки, сегодня же вот сейчас соберитесь с коллектив женский, и займитесь арома тела душа терапией. Подготовка к Новому году. А ты иди команду собирай и стройся. Через 10 минут приду. Иди собирай людей. Все. Ручку сломал. Ну что, собрались? Итак, собрались все. Сегодня не очень холодно, минус 22. И так каждое утро, каждый день. Я приведу вашу душу и тело в порядок. Будете заниматься физической подготовкой ежедневно. Всем понятно? А тогда мы успехов достигнем и в производстве, и в работе. Итак, начали! Оп, оп! Белые снежинки кружатся с утра, выросли сугробы посреди двора. Стало от снежинок улица светлее, только новый хит предлагает каждый. В голове авария, в глазах.
Всем здоровья, радости, успехов, любви. И всем желаю процветать и никогда не унывать. И всех хотим поздравить с Новым годом!